Максим Стрелковский на этой выставке не случайный гость. Он один из участников барнаульской группы «El Venta Credo». Играет на ритм-гитаре. Уже 15 лет занимается музыкой. Признался, о многих гитарах, представленных на выставке, слышал и мечтал хотя бы подержать их в руках. Я даже сейчас держу эту гитару. Вот это удивительный совершенно инструмент с двумя грифами. Не очень понятно, как на нем играть. Акустические, электронные, самодельные, как это, и даже в металлическом корпусе. На выставке советских гитар более 80 инструментов 50-80-х годов выпуска. Самая дорогая гитара, которая представлена на выставке, это вот эта. Коллекционер приобрел ее за $1500, тогда как советский Урал на сайте объявлений сейчас можно купить, за 1000 рублей. Вообще, в советское время хорошая гитара считалась роскошью, простому человеку была не по карману, и достать ее мог далеко не каждый. А еще в те времена создавали вот такие необычные инструменты, следуя заграничной моде, но в чем их уникальность, тогда так и не поняли. А на них и в советское время не играли, то есть потому что их сделали, в продажу запустили, но никто не понимал, как на них играть. Угу. То есть, соответственно, их и сохранилось очень мало, поэтому такая гитара является очень редкой. Выставка будет работать в музее города до 19 мая. Если вы знаете хоть несколько гитарных аккордов, приходите и музицируйте. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости.